Любовь Бобкова стояла во главе Зауральского управления образования с 2012 года. Экс-руководитель оставил свою должность по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, сообщил заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов. Вице-губернатор поблагодарил Любовь Бобкову за работу и вклад в развитие системы образования региона. На ее должность назначен Дмитрий Пожиленков, опытный педагог и управленец, который до недавнего времени был директором департамента социальной политики администрации города Кургана. Перед новым руководителем ГЛАФО Александр Карпов тут же поставил несколько важных задач. Задача, прежде всего, до Нового года создать департамент образования и науки. Как ни парадоксально, но наука почему-то находилась не в системе образования, а в департаменте экономики, вы это знаете прекрасно. Дальше задачи состоят не снизить заработную плату учителям. То есть показатели дорожной карты мы сегодня выполняем, но есть проблемы в ряде районов при распределении надбавок. Это, как правило, вызывает бурную реакцию учителей. Также необходимо вывести службу опеки и попечительства из системы образования в систему социальной защиты, создать места в дошкольных образовательных учреждениях, достроить новые детские сады и отремонтировать старые. Дмитрий Пожиленков, комментируя свои планы, добавил, что сейчас нужно сохранить те хорошие традиции, которые есть в системе образования нашего региона. Приоритетными задачами сейчас ставим выполнение указов президента Российской Федерации, чтобы все те документы, которые были, значит, разработаны и направлены на исполнение указов, были выполнены в срок и точно. Ну и затем сформировать кадровую политику, кадровый резерв, направленный на то, чтобы действительно в образовательные учреждения приходили грамотные и ответственные педагоги. Также по ходу деятельности будет выполняться и текущая работа, пообещал новый руководитель. Валерия Мельникова, Александр Бутаков, информационное агентство «Курган.ру».